не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения. Мы этого не хотим. Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным. Работа по перспективным образцам и системам вооружения, о которых говорил в послании прошлого года, продолжается ритмично, без сбоев, по плану. Этих направлений на конкретных задачах позвольте остановиться чуть-чуть подробнее. Но сегодня можно сказать, уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану. Финансирование с использованием цифровых технологий. При этом Россию уже называют чуть ли не главной угрозой для США. Скажу прямо, это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер.